Химки – один из самых бизнес-привлекательных регионов Подмосковья. В прошлом году на территории городского округа открыли больше 4500 новых предприятий, создали 6000 рабочих мест. Наибольший рост наблюдают в сферах бытовых услуг, оптовой и розничной торговли, а также услуг транспорта и связи. Однако не все предприятия зарегистрированы в местной налоговой службе, что приводит к довольно крупным потерям бюджета. Главная задача администрации города – найти и поставить на учет все компании, которые работают на территории муниципалитета. Подчеркиваю, все компании, которые находятся на территории города, обязаны зарегистрироваться в нашей налоговой. Это их обязанность. И платить налоги от обособленных подразделений, если это филиалы, в наш бюджет. А если это отдельные компании, то целиком. Также на оперативном совещании обсудили доступность социальных и торговых объектов в Химках. В администрацию городского округа поступают обращения от жителей. Где-то установлен неудобный пандус, а где-то он и вовсе отсутствует. Вопрос важный и находится под контролем властей. Так, в Химках появилось больше 300 низкопольных автобусов и больше 150 парковочных мест для инвалидов. Также специальными пандусами и кнопками вызова персонала оборудовано большинство зданий социальных объектов – поликлиники, школы, спортивные сооружения.